Всем привет, вы на канале Runor Plays. Сегодня мы играем на сервере ELIMS. Я сегодня играю с моей двоюродной сестренкой Камелия. Ну, ее зовут. Ешний канал называется Камелия Кьют. Вот она, кстати. Сейчас, извините, ко мне тпхается один пацан. Я его знаю. Он меня недавно убил. Вещи вернул. Сейчас ты в Ютубе. Сейчас, извините. Ты в Ютубе. Ну, в Ютубке. Привет, Ютуб пишет. Будешь с нами выживать? С нами... Канал называет, что делает, называется Runor Play. Мы будем... Опа! Нам опка запахнулась. Мы будем вместе выживать. Я игрок. О, дом не за сын. Ну, не за сын. Так, давайте. Вот здесь-то мы и будем выживать. Так, сейчас. Ко мне. Если что-то вас не устраивает, то пишите мне в комментарии. Ок. Не стесняемся вот высказываться. Вот если вам что-то не нравится, пишите мне в комментарии, пожалуйста. Просто вот если вы будете вот так сдерживаться, то там вы потом выложитесь по полной. Рассказывая. Будьте меня там вообще разыгрывать. Ну, не разыгрывать, а банить там вот такое все. Вот. Так, сейчас. Сейчас, извините. У меня тут. Так, тут опка ходит. А я Алина, я
Так, сейчас, куда у нас кьют делось? Кстати, еще вот рекомендую канал Камелия Кьют. Так что заходите. Это тоже классный. Классный канал там. Там тоже будут выходить всякие вот эти ролики. Ну, ролики. Если что, мы будем снимать вместе. Если ходить там что-нибудь с нами там, например, снимать, то это, то пишите. Будем ждать ваших откликов. Так, давайте. Так, тут давайте сразу вот здесь эту дверь сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Чё-то ко мне ни кьют не идет. Ни... Мисс... Как там его? Мисс Кетти вроде бы, или как там? Как его зовут, я забыл. Мисс Кетти, что ли? Микки Лес, извини, если что. Потому что назвал тебя неправильно. Так. Сейчас еще. Так. Сейчас, извините, секундочку. Извините за маленькую паузу. Так, ну что, ни ко мне никто не идет, а? Ну почему? 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 Ничего я не пойму. Он тут дом строит? Эй, ку-ку! Что тут кьют стоит? Ку-ку! Кьют мне что-то пишет, длинное сообщение, наверное. Кто даст золото ТП? И не думайте. Ку-ку. Вот как как выглядит голова Кьюта. Ну что она застряла? Там мокрый, блин. Кто на стол ложит? Если она в ближайшие несколько минут не ответит, то тогда придется грохнуть ее. Не понимаю, чё она так медлит там. Так, давайте. Так, так. Уф. Ну чё ж, сейчас будем ждать ответа пока что. А пока что я поставлю на паузу. Не успел я отвернуться, как уже Камелия пришла. Если что, вы ни секунду, ну, почти ни секунды не пропустили. Только где вот этот Микки? Она пишет, я не снимаю все-таки. Ну ладно. Раз не снимает, так не снимает. Ой, я траву как-то взял. Так, ну ладно. Так, ну давай. Строим дом. На паузе. Строим дом. А я снимаю.
Сейчас извините за маленькую паузу. Так. Не строй, пишет. Ну, тогда написала, извините. Не строй. Ладно. Сейчас извините. Извините за маленькую паузу еще раз. Строй, я снимаю. Так. Вот эти две ступени сейчас я куда-нибудь. Ладно, выбросим. Так, давайте. Где окна делать, пишет. Да уж. Кстати, если хотите, чтобы я выживал, вот как Скрынник Дмитрий, если хотите, ну, я, это, посмотрите его канал, он вообще прикольный. Так, сейчас. Два. Раз, два. Раз, два, три, правильно? Раз, два. Так, и тут. А, раз, два, три, получается уже. Получается вот отсюда. Кто-то... Нет! Кто-то нам тут... Это кто? Это кто? Так. А! Что это? А, что это происходит? Эй! У нас блоки крадут. Кстати, если вот ты... Вот это ты знаешь... Если ты смотришь это видео, вот зачем надо было нам мешать? Вот скажи, пожалуйста. Вот зачем нам надо было мешать? Два. Раз, два, три. Я вот не понимаю, зачем вы мешаете? Просто не понимаю. Зачем всегда надо так мешать, а? Так, ну ладно. А, вспомнил. Нужно дом засеять. А то как тот пацан. А хотя зачем я вообще делаю, если честно, вот это? Так, палки оставим. Пишем команду. Land. Вот это. Вот эту команду, только вот с двумя вот этими палочками. Забыл. Сейчас кое-что надо проверить сначала. Region. У вас. Сейчас. А, забыл. А, вспомнил. Лаем. Я закончила, пишет. Да уж. Так, Тиме тоже существует. Сейчас тогда напишем. И... А вот, придумал вот такой вот. Mmm!